Мы сегодня катаемся на лыжах и приехали в одно место, на котором мы были первый раз. Как называется место? Ля Пресс. Хофнек. Ля Пресс Хофнек. А теперь мы обедаем. Ты же видишь, смотри. Да. Ну. Мы были на длинном подъемнике. Скоро поедем кататься на дорожку. Вот, чтобы снова попасть на длинный подъемник. Сейчас мы делаем перекус. Очень хорошо, да. Ну, Таня, а ты? А Катя была на подъемнике с Верой, а я ждала ее. А ты их ждала, а ты не захотела ехать на подъемник? Да, я могу еще раз. Давай, можешь, только быстро. Когда мы приехали на подъемник с тремя местами, то я поехала с дядей. И потеряла и палку. Потеряла палку, потом мы еще раз поехали, и потом мы не нашли, и папа спросил у директора этого подъемника, и он сказал, где стоит палка, и когда я ее потеряла. Вот так. Ну что, вам понравилось? Да. А тебе, Таня? Да. Все, съемка закончена.